Добрый вечер, программа «На справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур, и сегодня мы будем говорить о работе Единого разрешительного центра Харькова. Если еще год назад казалось, что эта организация, ЕРЦ, занимается вопросами, исключительно связанными с бизнесом, сегодня ситуация меняется, и круг граждан, заинтересованных в том, чтобы эта организация работала быстро и эффективно, достаточно серьезно расширяется. Детальнее об этом поговорим с гостем нашей студии, которую с удовольствием представляю, Татьяна Чечетова-Тирашвили, начальник управления предпринимательства и разрешительных процедур Харьковского горсовета. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, надо сказать, что действительно, вот до недавнего времени, наверное, многие даже где-то путались, потому что есть ЕРЦ, единый расчетный центр, через который проходят какие-то коммунальные платежи, есть ЕРЦ, единый разрешительный центр, где-то на друг на друга накладывалось, потом, да, вроде все понятно, единый разрешительный центр — это те, которые занимаются бизнесом. Сейчас, насколько я понимаю, вот проходит такой интересный процесс, количество документов разрешительного характера, которые выдает ваша организация, почему-то увеличится. И касается это уже не только действительно ведения бизнеса. Что происходит и какого рода вот новые разрешительные документы выдает теперь ЕРЦ? ЕРЦ, который разрешительный. Ну, новый этап того направления реформирования, которое осуществляется на территории нашего государства, которое непосредственно и реализуется на местах, в том числе и на территории нашего региона, это, конечно же, модификация функций разрешительного центра в сторону предоставления административных услуг. И поэтому мы создаем рабочие орган Харьковского городского совета по оказанию административными органами административных услуг на основе принципа организационного единства, принципа единого офиса. То есть, таким образом, мы организовываем работу административных органов в рамках одного помещения по поводу предоставления ими административных услуг. Эти административные услуги — это определенные действия, услуги этого административного органа согласно действующему законодательству в виде административного акта на заявление либо гражданина, либо физического, либо юридического лица, которые определяют определенные его права и позволяют осуществлять определенные действия. Поэтому сейчас первый этап, который реализуется, это организация вот выдачи и оказания этих услуг в рамках одного помещения и обеспечение удобства для граждан нашего города, то есть не ходить по инстанциям, приходить в одно место. Таким образом, как вы понимаете, ранее наши действия были направлены только на предпринимателей, сейчас уже круг потенциальных клиентов и посетителей разрешительного центра расширяется, и мы уже направляем свои действия и на граждан нашего города. Вот тут, наверное, надо более детализировать, и чтобы люди понимали, о каких именно документах идет речь, и вот куда им идти в случае, если им эти документы в ближайшем будущем понадобятся. Ну, на данный момент времени у нас уже представлено 10 органов, административных органов. Это первый пилотный проект, который мы запускаем. И, конечно же, дальнейшее количество этих административных органов будет увеличиваться согласно действующего законодательства, согласно того перечня административных услуг, которые они оказывают. К нам вошли, это уже департамент жилищного хозяйства Харьковского городского совета, департамент коммунального хозяйства Харьковского городского совета, департамент архитектуры и града. Вошли 6 органов регионального уровня, это и управление агропромышленного Харьковской областной администрации, это управление прессы Харьковской областной администрации, это государственное предприятие стандартизации и метрологии, это управление лесничества нашего территориального представителя. То есть эти органы сейчас уже начинают предоставлять свои административные услуги гражданам нашего города на территории и на базе единого разрешительного центра. Их представители, которые уполномочены соответствующим распоряжением их руководства, осуществляют прием согласно того графика, который есть у нас размещен на сайте, который каждый гражданин города может посмотреть в интернете, либо обратиться к нам по телефону. Мы проконсультируем, когда представитель этого органа принимает документы и оказывает административную услугу в нашем центре. Вот вы перечислили, собственно, организации, которые вошли в центр. Хотелось бы более детально, более, наверное, как-то просто для понятие для наших зрителей именно об услугах. Вот у меня есть, собственно, информация о том, что теперь в едином разрешительном центре становится
на учет для улучшения жилищных условий, переоформляют договор найма на квартиру и получают удостоверение охотника. Вот охотника, вот еще что? Еще да, что там, да. Кроме этого, у нас осуществляется продолжение разрешения на рекламу. Кроме этого, это сельскохозяйственники получают аттестат на молочную продукцию. Кроме этого, государственное предприятие стандартизации и метрология, она регистрирует технические условия, либо регистрирует изменения к этим техническим условиям. Управление по делам прессы и информации Харьковской государственной областной администрации выдает свидетельство о внесении субъекта издательского дела в государственный реестр, ну и так далее. То есть это тот минимальный перечень административных услуг, с которого мы стартуем. И, конечно же, дальнейшая наша работа направлена на увеличение количества этих административных услуг, представленных в рамках разрешительного центра, дабы обеспечить удобство для граждан нашего города, дабы повысить качество предоставляемых этих услуг и дабы снизить, конечно же, коррупционные какие-то моменты, которые присутствовали ранее. Так я понимаю, что есть какой-то некий план, да, то есть по тому, какого рода документы будут в дальнейшем, там, в ближайшем или в более отдаленном будущем выдаваться именно через структуры ЕРЦ. А если можно, что нас ждет вот как раз в ближайшем отдаленном будущем, что это за документы? Ну, сейчас на втором чтении Верховного Совета нашего государства находится закон Украины о административных услугах, который определит методологию и определит положение деятельности центров предоставления административных услуг. Кроме этого, согласно национальному плану действий, который был утвержден соответствующим указом президента, определено, что в течение месячного срока после принятия этого закона будет принят закон Украины о перечне административных услуг. Принятием этого закона сократится количество этих услуг, которые, может быть, дублируют, которые не востребованы населением, они являются лишним. И тем самым снизится вот эта административная нагрузка государственных органов, органов исполнительной власти на простых граждан. Вот у меня такой еще вопрос. Организации, опять же, о которых мы говорили, они параллельно теперь осуществляют свою работу с ЕРЦ? То есть сами они уже не выдают, только вот через офис в ЕРЦ? Или это как-то дублирует друг друга все равно? На данный момент времени у нас ведется работа и по подписанию соглашения между городским головой и руководителями этих административных органов о том, чтобы исключить дублирование этих функций и предоставление их исключительно в рамках единого решительного центра, который вот трансформируется уже в центр предоставления административных услуг. А, ну тогда возникает вообще огромное количество вопросов, потому что тогда получается, что все вот эти тоже, наверное, не маленькие службы надо будет, ну, даже чисто физически где-то расположить. То есть это возникает вопрос помещения, возникает вопрос персонала, возникает вопрос, не знаю, там, компьютеров, программ и так далее. Вот не удорожит ли это в итоге услугу? Я вам объясню. Те услуги, которые предусматривают под собой сиюминутное принятие решения, то есть человек обращается, вам сиюминутно выдают справку, да, то представители этих органов, их определенной базы будут перенесены на те рабочие места, которые предоставляем им мы в рамках разрешительного центра, и они будут ее осуществлять сиюминутно. Те административные услуги, которые предполагали какой-то определенный промежуток времени их рассмотрения, как правило, 99% услуг предполагают неделю, а то и месяц их рассмотреть, то предполагается, что здесь будут заходить документы и заявления, а на исполнение этот представитель будет забирать свой орган, который территориально находится в другом месте. Исполнив там и выполнив данную административную услугу, этот административный акт, то есть ответ этому заявителю будет приноситься и выдаваться опять же таки в рамках нашего центра. То есть таким образом исключается возможность того, что гражданин, придя в тот орган, да, там будут какие-то контакты или контактировать. Исключается процесс контактирования с представителями этого административного органа. Но сами по себе базы данных там и все необходимые, они остаются вот непосредственно в тех организациях, конечно, которые все равно входят в... Если это административная услуга, которая предусматривает длительный процесс рассматривания. Та, которая сиюминутна, мы максимально переносим сюда, и здесь же сразу человек будет получать эту Например, вот давайте конкретно, например, пример. Удостоверение охотника получить. Так, вот, вот человек приходит, вот раньше он приходил там, в соответствующее управление, да, сейчас он будет переходить только сюда, он только в ЕРЦ, или может и туда, и сюда? Он сейчас уже идет договоренность, то есть как бы у нас уже с руководством, относительно того, что полностью перенаправляется процедура получения заявлений и выдача результатов, в данном случае вы говорите удостоверение охотника, в рамках разрешительного центра. И получение данного удостоверения оно предусматривает под собой еще, конечно же, определенный промежуток времени рассмотрения этих документов, это сдача экзаменов, обратившихся в и так далее. То есть это не сиюминутная выдача. Ну вот чисто, что называется, физически, по времени.
времени человек, который обратился с тем же, будем как примеру, удостоверение плотников... Согласно действующего законодательства, то есть сроки исполнения административным органом этих услуг, как это прописано в законе. То есть кроме того, что человек, ну, скажем, люди, да, вот харьковчане будут знать, что большая часть административных услуг будет сосредотачиваться в центре, никакой особенно выгоды по времени, скажем, пока не будет, да? Будет соблюдаться сроки, то есть согласно действующего законодательства есть определенные сроки, которые установлены для этих административных органов, которые они будут соблюдать. А насколько сложно, ну, не знаю, может, это было запланировано, это действительно, насколько сложно сейчас, опять же, чисто физически в руководство ЕРЦ вот, разместить все новые и новые организации, которые там представителей своих-то все равно размещают? То есть надо человеку выделить рабочее место, хватает ли площадей, не предполагается ли какое-то расширение? Площадей нам хватает, так однозначно, потому что, как вы знаете, с Нового года функция единого расширительного центра немножко изменились в связи с тем, что все раньше у нас были представители расширительных органов, органов и администраторы, то есть субъект хозяйства мог обратиться и туда, и у нас порядка 35 органов мы предоставляли места. После того, как с Нового года принимают документы исключительно государственные администраторы, многие разрешительные органы, у нас уменьшили время консультирования, исходя из того, что администраторы могут в полной мере оказать консультацию и принять документы. Поэтому определенные места нам удалось оптимизировать, плюс многие разрешительные органы, они также предоставляют административные услуги. Пример, у нас есть управление охраны окружающей среды, территориально представители центрального органа Министерства экологии. То есть они помимо того, что консультируют по разрешительно, кроме этого они добавили еще и 5 административных услуг, которые начинают осуществлять и оказывать в рамках нашего центра. Хочется еще все-таки в завершении нашей программы затронуть вопрос, который, ну, мне кажется, все равно неизбежно. Проблема неизбежна, она пока что, насколько я знаю, сильно не продвинулась, но, насколько помнится, проект такой был. Перевода части процедур в абсолютно электронный вид, то есть в вид общения по интернету, собственно, между человеком, который хочет получить какой-то документ, и организацией. Насколько это все сейчас, на какой стадии находится, как это продвинулось, насколько все реально? Техническая база полностью у нас уже реализована, она уже стартовала с марта месяца, то есть у нас есть система электронного кабинета, где субъект хозяйства может записаться, проконсультироваться, получить электронную консультацию, отправить документы на рассмотрение, но немножко процедуру в полной мере подачи электронных документов тормозит законодательство. То есть мы свои предложения направили на центральный уровень, мы озвучивали их на комитетах Верховного Совета, чтобы внести изменения действующего законодательства. Это уже есть в определенных проектах, которые сейчас рассматриваются, чтобы определить возможность субъекту хозяйства подавать электронные документы. То есть наша база техническая готова к этому, только принимаются соответствующие изменения, мы и реализуем. Помимо этого, мы сейчас уже отрабатываем, мониторим систему предварительной записи для субъектов хозяйства, для того, чтобы также они могли свою, планировать свою деятельность. Но для этого не надо уже никаких изменений, да, то есть записываться, то, в принципе, можно нормально. У нас уже все есть, да, мы все это уже выложили и реализуем. Ну, а по отношению к центру предоставления административных услуг, то есть первый этап – это реализация функции единого офиса, а следующий этап нашей реформы – это, конечно, переход к принципу единого окна, то, что предполагается, это есть в проектах, которые на рассмотрение Верховного Совета, это также переход принятия от представителя к администраторам. Это вопрос будущего, да, к сожалению, будущего. Времени сейчас у нас на это уже эфирного, по крайней мере, не остается. Тем не менее, будем с интересом следить за тем, как будет развиваться ситуация в этом направлении. Спасибо, что сегодня были гости нашей программы. Спасибо, что смотрели нас сегодня. До свидания.